Замена ножа скалывателя оптического волокна – достаточно простая процедура. В основании инструмента в специальной нише хранится ключ, которым можно открутить винт, фиксирующий нож. Итак, берем ключ и откручиваем винт. Теперь нож, выполненный в форме диска с острыми краями, легко извлекается из корпуса устройства. Новый нож устанавливается на посадочное место и фиксируется винтом. При этом следует обратить внимание на цифровую шкалу, позволяющую контролировать положение ножа. По мере затупления режущей кромки диск можно поворачивать, ориентируясь на деление. Таким образом, нож используется до тех пор, пока его режущая кромка не затупится по всей длине окружности. Следует обратить внимание на возможность изменения положения ножа по высоте. Для этого следует открутить ключом стопорный винт и установить высоту ножа с помощью регулировочного винта, рядом с которым видна нарисованная стрелка. После того, как требуемая высота ножа будет установлена, следует снова закрутить стопорный винт. Следует отметить, что нет ничего сложного в юстировке ножа по высоте. Для начала необходимо полностью опустить нож, а потом приподнять его на четверть оборота винта и сделать пробный скол. Если скол не получился, следует поднять нож еще на четверть оборота. Процедура выполняется до тех пор, пока не будет получаться три скола подряд при одном и том же положении ножа.